Алина с 5 класса в игре «Что, где, когда». Внимание, вопрос. Этот немецкий город был основан в 1158 году. В частной школе, где она учится, интеллектуальные игры – часть программы. Родители считают, что 20 тысяч в месяц на обучение со временем окупятся. Мы считаем, что правильный ответ – Бавария. Бавария – правильный ответ! С детства нас приучают – знания помогут преуспеть в жизни. Однако это не всегда так. У психологов другой взгляд на увлечение интеллектуальными играми. В структуре интеллекта можно выделить три компонента. Общая эрудиция – набор знаний, которые есть у человека, набор фактов. Следующий момент – это то, что мы с этими фактами делаем, то есть это аналитические способности и логика. И третья грань – это социум, социальный интеллект, как называют психологи. Низкий уровень социального интеллекта зачастую ведет к тому, что эти люди оказываются социально дезадаптивны. Вместо утренней пробежки Андрей каждый день ломает голову. Кроссворды, чайнборды, крестословицы заряжают мозги. За 40 лет больше 100 тысяч словесных головоломок. Никогда не знаете город на Урале. 5 букв. За участие в кроссвордных играх дают золото, серебро и бронзу. Тоже игровые, из пластмассы. Это мы участвуем в конкурсах «Московской правды», «Комсомольской правды» и «Чемпионат Москвы» по разгаданию кроссвордов. Несмотря на свою уникальную эрудицию, король кроссвордов работает охранником в продуктовом магазине. Как настроение? У меня всегда хорошее. Андрей не умеет конвертировать свои знания в рубли, но он всем доволен. Главное, что работа не мешает его увлечению. Что-то мне нравится, например, охранником работать. Вот кому-то нравится дворником. Каждому свое. Дмитрий Лебедев, пожалуйста, я вас поздравляю. Спасибо. Документы я отмечу, и все. А вот Алексей меняет знания на реальные призы. Вся домашняя обстановка, телевизор, магнитофон, музыкальная система, несколько плееров и сотни дисков, трофеи радио и телевизионных игр. Недавно выиграл на московском радио такую замечательную вещь, как пижамы. Материал, сразу скажу, очень хороший. Розыгрыш может застать его в любом месте, но никогда врасплох. Он студент, подрабатывает сборкой компьютеров. Но это в его жизни не главное. Главная страсть – игра. Два телефона набираешь, кладешь в карман на громкую связь. Если услышишь, что дозвонился, то, соответственно, пойдут гудки. Прямо сейчас мы разыграем эксклюзивный приз – MP3-плеер с FM-приемником, встроенным внутрь. На радиостанциях его не жалуют. Такие не оставляют шансов обычным слушателям. На этой волне Алексей уже в черных списках. Все это происходит при помощи специальной программы здесь на компьютере. Вот в этом окошке у нас вот как раз звонит телефон. Я могу его поставить в черный список, нажав вот эту кнопку. Вот он меня спрашивает, добавить номер. Результат в черный список. Если я нажму ОК, то этот человек больше с этого телефона не сможет никогда сюда позвонить. Алексея это не останавливает. Когда его игнорируют в одном городе, он звонит в другой. Большинство трофеев так и лежат нераспакованными, а он продолжает сканировать радиостанции в эфире. Здравствуйте. А это вы участвовали в программе «Своя игра»? Анатолий Вассерман – знаменитость, а для своих одноклассников будущий гроссмейстер своей игры был всего лишь противным зубрилой. Я выживал в основном благодаря тому, что давал списывать домашние задания одному из силачей класса, ну а тот меня за это крышевал. Говорят, он родился с бородой. В 3 года уже читал, в 14 выучил на зубок 15-томную энциклопедию по машиностроению. Сейчас консультирует членов правительства и редактирует журналы. Все свое носит с собой. Помимо багажа знаний, жилетка весом 7 килограммов. Я, помимо всего прочего, еще архитектурой интересуюсь. И иногда бывает, что надо рассмотреть какую-нибудь отдаленную деталь подробнее. Для этих случаев у меня несколько подзорных труб разной силы. В 26 карманах набор цветных ручек, газовые баллончики, отвертки и карта родной Одессы. Ночной доставщик пиццы. Другие гости здесь бывают редко. Зато есть книги на любую тему и холостяцкая пыль. Дефицит живого общения в какой-то мере восполняет турниры по разнообразным интеллектуальным играм. Интеллектуальные игры превратили эрудита Вассермана не только в телезвезду, но и в затворника. Кроссвордиста Алексея в сторожа, а студента Андрея в современного Плюшкина. Они, как никто, знают, игра может подменить жизнь. Игромания есть игромания.
Яна Радзиевская, Мария Чурина. «Другой взгляд».